В качестве экспонатов – самовары. В Саратове открылся первый в области частный музей. На экспозиции представлены более 700 самоваров, привезенные коллекционерам из разных стран мира. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Мне подарил его один товарищ. У него у бабушки, он стоял у бабушки. Он говорит: слушай, у меня у бабушки ведь валяется там. В нем какая-то шпулька лежит, вроде там, иголки. Один из самых маленьких из семейства самоваров, но не менее ценный и любимый, говорит о так называемом самоваре-эгоисте коллекционер Семен Глозман. Экспонаты будущего музея члены семьи собирали на протяжении 30 лет. Каждодневные, парадные, дорожные, солдатские, семейные, трактирные. Для одиноких и для двоих. Такое разнообразие пузатых чайников удалось найти не только в России, но и в Европе, Иране и в Украине. Они все дорогие для меня, потому что дело же не в том, сколько стоит самовар, а его, так сказать, возраст, его форма, где он был, у кого он был, кем собирался, кем покупаешь, эту историю знаю потихонечку. Поэтому здесь определить ценность самовара, ну, они для меня все бесценные. В нескольких помещениях на полках буквально бок о бок стоят почти 800 самоваров. Эпоха создания этих медных шедевров варьируется от начала 19 века и до конца прошлого столетия. Помимо привычных самоваров для чая, здесь также представлены самовары кухни, кофейники, бульотки и фонтаны. Это первый вот такого масштаба частный музей, подчеркиваю, частный музей на территории Саратовской области. Но за 2 года это 5-й музей. Это, подчеркиваю, 5-й музей. Поэтому город Саратов становится, кроме всего, что обладает как культурной столицей Поволжья, городом музеев. Коллекция самоваров в новом музее – одна из наиболее полных в России. Выставка располагается в помещении на пересечении улиц Кутикова и Симбирская. Екатерина Ковальчук, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.